Да? А, во, слышу, слышу. Самое лучшее прохождение стопроцентное, когда ты, это когда тебя вообще никто не увидел, короче, за всю эту, за... Не то, что ты никого не убил, а даже чтобы никто не заметил, короче. Там была такая хуйня, даже я пытался так пройти, пару миссий так проходил, получалось, что все 100%, короче, везде прошел, что... Ни один охранник, ни камера, ничего меня не увидел, короче. Вообще игра прикольная. Ты слышал, да, что этот ремастер, ремейк, или как там будет? Ты рядом со мной, нет? Не сказал бы, что кого-то слышал, блядь, тем не менее. Жаль тебя. Куда они все ездили? Ой. Там чувак идет, ползет, ползет по дороге. Да не пойдет. Они по мне посадили. Мочи их, мочи их. Попасть не можешь, да? Он за машиной, он хилит. Побежал, побежал, побежал. Куда он побежал, блин, уже его не видно. О, еще кинули. А, он с этой гранатометки кидает. Я тоже. Дым, дым, дым. Мы не запрыгнем, умрем. О, он уехал? Я вроде пока не знаю. А, он уехал?
А, блядь! Пил? Ну? Так, а куда он идет? Блять, он не в зону идет. Братан, спрыгивай нахер. Но его товарища я забрал, который на небе. Да? Ты не видел? Да, нормально. Я. Как? Почему-то не попалось, не знаю. Или я так это проглядел просто. Ладно, все равно выложу. Но сейчас. Он посмотрит. Просто они это на Ниве же поехали. Я одному попал. Наш. А, и он. Поэтому он на дороге оказался, да? Да-да-да, я его добил. Да, я видел. А, ну, в принципе, вот это и было убийство, да? Это я, говорит, видел. Чемоданчик лежит. Тут одежда только, господи. Дайте он не успел. Что-то подобрать, да? О, я вижу. Где? Они меня увидели. Они, походу, меня увидели. Я их вообще не вижу. Ой, ё. Тачка ебаный в рот. Остановилась. Ебать. Тихо, тихо, тихо. Они не знают, что мы здесь. Урод, блядь. Как он узнал, что я в этом углу? Ладно, я пошел.